Привет, друзья! Сегодня у нас интересный обзор. Мини-печь GF Grill – идеальный помощник для завтраков. Поговорим о ее функциях, преимуществах и недостатках. Готов узнать, как она изменит твое утро? Следуй за мной! Вот это я понимаю. Удобство и функциональность в одном флаконе. Эта мини-печь – настоящий мультиинструмент на твоей кухне. Представь, одно устройство, а в нем и кофеварка, и духовка, и гриль. Особенно ценно это для тех, кто не любит тратить много времени на кулинарные изыски, но хочет кушать вкусно и здорово. Размер у этой мини-печи такой, что она прекрасно впишется даже в маленькую кухню, не занимая много места. А теперь вспомни все эти устройства отдельно, сколько бы занимали места. Именно, гораздо больше. И еще не забудь проверить описание под этим видео. Я подготовила для тебя ссылки на надежные магазины и даже специальный промокод для выгодной покупки. Не упусти свой шанс. Какие же возможности открывает эта мини-печь? Давай посмотрим поближе. Представляешь, утром ты встаешь, и за считанные минуты на столе уже готов изысканный завтрак. Все благодаря этому чуду техники. Итак, что у нас тут? Мини-духовка, которая с легкостью превращается в тостер. Хочешь поджарить хлеб, булочки или даже сделать горячие бутерброды? Легко! И это не все. Есть еще гриль-противень, на котором ты можешь приготовить яичницу с беконом, блинчики или сырники. Прямо настоящий завтрак мечты. А еще тут встроена кофеварка. Она быстро приготовит ароматный кофе или даже травяной чай, который будет дожидаться тебя, сохраняя тепло до самого завтрака. Но самое замечательное в этой мини-печи – ее универсальность. Она идеально подойдет молодой семье, студентам или для использования на даче. Ты экономишь время, место и можешь готовить полезные блюда на завтрак, обед и ужин. Если говорить о духовке, то ее объем в 7 литров позволяет готовить блюда для семьи из 3 человек. Есть таймер с автоматическим отключением и регулятор температуры. Можешь запекать мясо, рыбу или пироги, а двусторонний нагрев обеспечивает равномерное пропекание. Ну и, конечно, не забываем про гриль-сковороду. Она идеальна для поджаривания сосисок или овощей и может работать одновременно с духовкой. А благодаря съемному противню с антипригарным покрытием, чистка не займет много времени. Так что, если ты ищешь универсальное и удобное устройство для своей кухни, обязательно обрати внимание на эту мини-печь. Вот что говорят люди, которые уже попробовали эту мини-печь. Минусы. Духовка маленькая. Хрупкий кофейник. Еда может пригореть. Плюсы. Работает быстро. Идеально для маленькой квартиры. Быстро закипает вода. Занимает мало места. Красивый дизайн. Быстро готовит. Кофеварка с подогревом. Как видишь, у этой модели есть и свои недостатки, и свои преимущества. Теперь тебе легче будет сделать выбор, ориентируясь на мнение тех, кто уже ее испытал. Итак, мы подошли к концу нашего обзора. Не забывай заглядывать в описание под видео, там тебя ждут полезные ссылки на магазины и специальный промокод для выгодной покупки. А еще я буду рада узнать твое мнение об этой мини-печи, так что оставляй свои комментарии. И, конечно, если ты хочешь больше таких обзоров, подписывайся на канал и ставь лайк. Это поможет мне понять, что мои видео тебе полезны. До скорой встречи в новых обзорах. Пока-пока!